Добрый день, меня зовут Азат. Я решил продемонстрировать состояние техническое и исправность оборудования, которое решил продать. Это пульт Alienheat Axon 42. Буду показывать поэтапно каждый канал, эквалайзеры, гейн, фильтры, наушники, сам фейдер. Давайте я сейчас включу, посмотрим индикацию. Вот я сейчас выключу. Вот я его включаю. Индикация работает. И включу первый канал. Чувствительность выставлена. Вот здесь индикация работает. Здесь добавляем. Эквалайзер убирает до нуля, до бесконечности, то есть. Так. Фильтр. Наушники. Сейчас я убавлю здесь на мастере. Прибавлю. Вот, наушники работают. И большой джек, и маленький. И в этом удобство Alienheat пульта. Потому что можно включить и маленькие наушники. Маленький джек. Так, покажем второй канал. Сейчас я убавлю здесь, чтобы он не мешал. Включим. Здесь все окей. Извините, я вам забыл показать, что канал сам фейдер. Никакого шуршания. Я пользовался пультом очень мало. Потому что это было больше как хобби. Мечтал начать собирать пластинки, покупать. Но решил, в общем, поменять приоритеты. И я этим займусь, наверное, позже, когда у меня будет возможность. Ничего не шуршит. Так, теперь придется переключиться на третий. Сейчас я заново включу. Также какое шуршание. Сейчас может сесть батарейка. Так, показываю. Четвертый канал.
наушники. Так, демонстрация кроссфейдера. Здесь также можно менять чувствительность.